Всем привет! С вами Константин, и вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы находимся в городе Тюбрюк, где строим коттеджный поселок Азовский. Он у нас будет составлять из 195 домов. Сейчас мы с вами находимся напротив дома 60 квадратных метров. План и проект вы можете сейчас видеть у себя на экранах. Хочу рассказать именно про этот дом. Он интересный, бюджетный, хороший, вместительный. У него две спальни, кухня-гостиная, хороший большой коридор и санузел. Он у нас будет выполнен в декоративной штукатурке по немецкой технологии Буамид. Кровля у нас будет здесь мягкая. Она у нас именно используется в Азовском коттеджном поселке. Тут на сегодня вы можете видеть, получается, домов уже намного больше, чем был в прошлый раз на нашей съемке. Поэтому, если вам интересно жить у моря, интересен наш коттеджный поселок и наша компания «Стройгарант Анапа», то вы можете писать свои комментарии нам ниже под видео или звонить в отдел продаж. Мы обязательно ответим на все ваши вопросы. Друзья, дом у моря – это не мечта, это уже может быть реальность. Наша компания «Стройгарант Анапа» может помочь вам с этой реальностью. Поэтому обращайтесь к нам, звоните по телефонам, которые указаны у нас на канале, и мы ответим и поможем полностью вам в вашей мечте для того, чтобы переехать поближе к морю, в Тюбрюк, в коттеджный поселок Азовский. С вами был Константин и компания «Стройгарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!